Итак, привет всем, кто меня сейчас смотрит. Сегодня я хочу поделиться рецептом блинчиков. Готовлю я их так. Беру 2 яйца, разбиваю в миску. Второе. Мою руки. После яиц обязательно мою руки. Мыло. Так, теперь сахар. Примерно 2-3 столовые ложки. Сода примерно половина чайной ложки. Соль примерно на кончике столовой ложки. Взбиваем. Молоко. У меня кислое молоко. Оно всю ночь стояло при комнатной температуре. Выливаем. И опять взбиваем. Перемешиваем тщательно до однородной массы. Теперь добавляем муку. Муку добавляем постепенно, примерно 2 стакана. И размешиваем, чтобы не было комочков. Одну партию размешали, добавили еще немножко. И в тесто добавляем примерно 0,5 стакана масла растительного. Когда будем выпекать, первый блинчик мы выпекаем с маслом, а остальные уже без масла. Сковородка пропитается маслом, и блинчики уже не будут прилипать. И они получаются не такие жирные. Плотненькие, в них можно что-то завернуть, например, мясо или творог. Тесто должно быть не слишком густым и не слишком жидким. Всем пока!